Сегодня завершился у меня Замоскворецкий суд. И это было предварительное заседание. Рассматривался иск по защите прав потребителей. Строили, значит, девушки дом. Она продала ради этого квартиру, сама снимала и не достроили. Поэтому вот мы обяжем сейчас застройщика. Естественно, цены за все это время выросли. Ей уже неинтересно просто расторгнуть договор, взять там компенсацию и свои деньги, потому что она за эти деньги уже ничего не купит. Но есть у нас в Гражданском кодексе такое понятие в защите прав потребителей, как раз в федеральном законе, об обязании выполнения условий договора. То есть мы тут застройщика просто обяжем выполнять договор. И вот она сегодня задала очень хороший вопрос. А что будет, если застройщик не захочет, как он будет его выполнять? Если он как бы не будет исполнять решение суда. Но для этого у нас есть прекрасная статья Уголовного кодекса, уже называется «Злостное неисполнение решения суда». И можно присесть уже за это. Ну и причем как бы и присядешь, и с тебя обязанность не снимается исполнить судебное решение. Такие истории.